Теперь переходим в список избранных товаров. Тут следующий функционал. Тут мы можем добавить либо убрать товар со списка покупок. То есть, смотрите, первый товар у нас не добавлен в список покупок. Мы кликаем по этой кнопке, выезжает панель. Мы можем ввести количество и единицу измерения. И нажать добавить товар. Также мы можем убрать товар из списка покупок, просто кликнув по перечеркнутой корзине. Пожалуйста. И еще такой нюанс. Допустим, если вы не хотите добавлять товар с конкретными, допустим, с единицей измерения или с количеством, то вы кликаете «Добавление товара», кликаете на количество, ничего не вводите, просто жмете Enter, и Enter, ничего не добавляете, и все равно и кнопка добавляется, и вы можете добавлять в список покупок. Давайте откроем панель управления товарами в списке избранных. Вы можете здесь редактировать товар, можете убирать из шаблона, либо добавлять в определенный шаблон, все точно так же, как в списке покупок. Также в списке опций имеется функционал удаления конкретного товара, а по общей панели управления товарами в списке избранных вы можете добавлять кастомный товар в список избранного. Да, просто добавляем. Можете добавлять все товары из избранного список покупок. Пожалуйста, пакетом полностью все записалось. Можете пакетом записывать прямо в любой шаблон. Кликаем по кнопке. Второй шаблон. Либо вы можете очистить полностью список с избранными товарами, кликнув вот по этой кнопке. И можете также добавлять товары из определенного шаблона, допустим, из третьего. Пожалуйста, все добавляется.